Ну что, ребят, два малыша на капельнице, пробила прививка. Ой, господи. Все, сделали клизмочку из ромашки. Дети очень тяжелые. Резко прям раз и все. Тяжелые детки. Сделала ножпочку, чтобы снять немножко спазмы. Согрелись. Эта малышка вообще на грелочке лежит. Ну что, двух малышей забираю домой. Буду сегодня всю ночь отпаивать их ромашкой. Всем, чем смогу. И если Бог даст, ребят, завтра скажу, как дети себя будут чувствовать. Но сегодня их надо усиленно просто отмачивать, отпаивать, промывать попу. Да, мои хорошие. Очень тяжелые детки, ребята, и помоги мне, Бог. Один малыш умер. Черненький умер. Серенького заберу. Не успели мы, ребята, не смогли.